Всем привет! Наконец-то дошла я до своего балкона. Хочу вам показать свой огород на балконе. Какие у меня изменения? Я очень-очень редко сюда прихожу. Ну, поливаю, естественно, через день по возможности. Но даже не хочу рассматривать ничего. Гусеницы как действовали, так и действуют. Разные насекомые, вот. Если видно, сейчас светит солнышко, поэтому извиняюсь за съемку. Смотрите, что я обнаружила. Какой большой огурец. И уже он пожелтел. Пожелтел от старости. Знаете, что я поняла? Все-таки я неправильно, глупо поступала, что отрывала огурчики, которые именно засыхал у огурчиков цветочек. Вот как здесь, да? Я их отрывала, отдавала улиткам. Это неправильно. Вот здесь он засох давным-давно. Вот этот вот, прошу прощения. Ой-ой-ой. Вот этот вот. Ой. Вот этот вот цветочек. А огурчик сам по себе все равно увеличивался. Значит, ничего страшного, если засыхает цветочек. Сегодня я обязательно его сниму. Значит, вот здесь перчики у меня все-таки пошли. Гусеницы не успели все съесть. Так, вот здесь я сейчас обнаружила огурчик. Вот он. Плохо вижу, если вам видно. Сейчас надо. Вот он. Мой огурчик. Так, перчик у меня есть. Перчик. Если бы, конечно, у меня было время ими заниматься, мне кажется, все бы получилось. Вот он, перчик. Он небольшой, но все равно радует. Некоторые перчики, вот, видите, желтеют. Сейчас. Желтеют. Вот, отваливаются. Ну, нормально. Вот их много, на самом деле, отваливается. Но все-таки отваливаются и какие-то растут. Так, что нового еще? Вон красавчики. Так, что нового еще у меня? Так, давайте посмотрим. Так, ну капусту и свеклу. Вот капусту, смотрите, как съели. Гусеницы все прям съели. Так, ну я ее не убираю, пускай там, если что, и доедают ее. Так, мои помидоры. Сейчас я их полью, чуть-чуть они у меня пожухли. Я не стала выкидывать, жалко на самом деле, прям реально жалко. Будет, что будет. Осенью, естественно, все соберу. И уберу, выкину. А сейчас не буду. Живое существо. И выкидывать не буду. Так вот, есть у меня один помидор. Вот он. Вот он, мой красавец, малыш. Я рада ему. Его кто-то там уже понямал. Вот видите. Но он меня тоже радует. Даже вот такому малышатику. Все-таки, даже если и плохой опыт, но это все-таки опыт. И я думаю, что все получится. Все, всем до скорых встреч.